К другим темам. Коммунальный парадокс. Все счета оплачены, но долг растет. С такой проблемой столкнулись жители многих российских регионов. Из-за серых схем в ЖКХ исчезают сотни миллионов рублей, а тарифы становятся заоблачными. Чтобы изменить систему, разработан новый законопроект. Подробности в репортаже Руслана Бекбулатова. Жильцы этой краснодарской новостройки неожиданно для себя оказались в списках должников. На руках оплаченные квитанции, а на подъезде сообщение от управляющей компании. Горячая вода отключена теплосетью за неуплату. Начали разбираться, но только больше запутались. На доме долгов от силы полмиллиона, претензии ресурсной организации в 16 раз больше. Неоднократно звонили в те же теплосети, в администрацию города обращались. Сказали, что управляющая компания должна за горячую воду 8 миллионов рублей. На наши вопросы, где деньги за оплаченные квитанции, почему они не перечисляются, нам сказали, что никто вообще не платит, соответственно, денег нет, перечислять нечего. Через несколько дней воду все-таки включили, но жильцы пока не знают, дошли ли их деньги до адресата. У управляющей компании есть десяток подшефных домов. Может, запутались в счетах. Чтобы подобные истории, а по стране они все еще не редкость, больше не возникали, Минстрой разработал законопроект о так называемых прямых расчетах потребителей с ресурсообеспечивающими организациями. Управляющие компании перестанут быть финансовыми посредниками. На их счета деньги за воду, свет и газ поступать не будут. Человек будет оплачивать квитанцию, деньги будут напрямую идти в ту ресурсоснабжающую организацию, которой на эти деньги полагаются. При этом у потребителя все, что касается вопросов качества, отсутствия света, проблемы с электричеством, он всегда будет обращаться в свою управляющую компанию, а уже та будет разбираться с поставщиком ресурсов. В ресурсообеспечивающих организациях говорят, что работать с населением напрямую будет проще и надежнее. В Воронеже задолженность управляющих компаний только перед водоканалом составляет 180 миллионов рублей. Прямые платежи с населением позволяют нам определить точно оплаченную, предоставленную нами услугу. Денежные средства поступают непосредственно на счета водоканала в течение месяца равномерно, не удерживаются на счетах управляющих компаний. После принятия закона работы управляющих компаний меньше, впрочем, не станет. Скорее больше. Все, что платят жильцы на содержание дома, придется эффективно распределять. На так называемые общедомовые нужды уже не спишешь. И киловатты энергии за освещение рекламных конструкций, и кубометры воды из незалатанной вовремя трубы. Да и статья ОДН, те самые общедомовые, из квитанции уйдет. Останутся жилищные платежи со строжайшими тарифами. Для каждого типа дома, опять же, региональные власти должны установить норматив. Скажем, ОДН на свет в доме там, пятиэтажном 68 года выпуска не должен составлять больше, чем 20 рублей на квартиру. Пожалуйста, если собрание не установило иного, все, что сверх, оплачивает управляющая компания. В прошлом году только в Воронеже госжилинспекция вынесла 300 предписаний о нарушениях, связанных с начислением ОДН. По стране таких нарушений десятки тысяч. Жильцы, экономящие воду в своих квартирах, неожиданно получают огромные счета за уборку, к примеру, дворов или подъездов. Я экономлю. Холодная, она дешевле. Я наливаю холодную воду, нагреваю на газе, купаюсь и голову мою. Согреть холодную воду для ванны дешевле, чем пользоваться горячей. На режим жесткой экономии Алла Васильевна вынуждена перешла полгода назад, когда сумма в квитанциях с каждым месяцем становилась все больше. Истрачено 0 кубометров, но за общедомовые нужды оплатить пришлось 2. 0 стоит, они мне приписали 110 рублей. Авторы закона полагают, что проще будет выявить и недобросовестных жильцов, подкручивающих счетчики электричества, останавливающих магнитом счетчики воды. Сейчас все, что не получают с таких квартир, делят между соседями. Но скоро так будет себе дороже. Подкрутил счетчик, своровал воду, заплати в 10-кратном размере. Когда у ТСЖ, управляющей компании, появится этот инструмент, справедливо требовать с них наведение порядка. Настроиться на новый рабочий ритм управляющим компаниям придется до конца года. Кто не справится, заплатит крупный штраф, а то и вовсе будет вынужден уйти с рынка. Руслан Бекбулатов, Антон Ефремов, Светлана Ведяшкина, Екатерина Белова. Первый канал.